Ребятки, ребятки, совсем забыл я про клип Касла на песню Lights. Никто не просит меня, но мне самому интересно, поэтому я запишу прослушку, ой, реакцию. Если не... Ну, короче, давайте посмотрим, выложу я, не выложу это. Castle Lights. Очень крутой EP, если не слушали, послушайте. When your world starts to fall, рисованная тема, да? And you feel sadness, you feel alone, and your life is out of control, but the stars still shine, and the past is gone. Я просто сказал так на шару. Фак, так быстро кончилось. Короче, ну, анимация, конечно, прикольная. Ну чё так мало? Я знаю, конечно, то, что это все очень адский труд. Ну вот именно анимация. Но это не такая сложная работа, как, допустим, у Мияги или у Энди Панды. Вот. Но, блин, вот этот момент. Да, походу, это Доктор Манхэттен все-таки. Он же светится, считая, синим. И Звезда Смерти, ну, вообще удивило. Прикольно, прикольно. Вот это что за космонавт? А, это, наверное, этот... Короче, либо из Интерстеллар, либо Мартианин, может. Круто, круто. Саму песню я уже слушал, Ясен Пень. Прослушка альбома я, короче, в конце видео размещу. Вот. Я не знаю, что еще сказать по поводу клипа. Ну, прикольно, прикольно. Я уже сказал, что меня удивило. Песня красивая. Все на этом. Пишите ваши впечатления в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. Посмотрите прослушку, если не смотрели. Вообще, послушайте его альбом. Это очень красивая музыка. Я гонял в плеере. И все. На этом спасибо еще раз. Всем пока. Check it out.